Приветствую вас, Кристина. Смотрите, какая штука. Вы спрашиваете, как быть, да? Как быть? Проживать, Кристина, проживать. Проживать то, что вы чувствуете сейчас. Проживать. Что это значит? Это значит исследовать свои чувства, исследовать свои желания, вот, и разбираться в них, лучше их понимать, осознавать и двигаться в этом направлении. Потому что сейчас то, что вы делаете, это, к сожалению, вред себе, причем вред себе, ну, очень прямо сильный вред себе. Вот. Почему сильный вред себе? Потому что молодой человек отчетливо чувствует, что не отчетливо чувствует, что не он вам нужен сам по себе, а нужно вам то, что он вам дает. Понимаете, какая штука неприятная здесь. Если человек чувствует, что вам нужно то, что он дает, а не он сам по себе как таковой, то отношения выстраиваются, ну, мягко говоря, немножко не так, как могли бы выстраиваться в случае, если все было бы, ну вот, если бы все было бы чуточку по-другому. Вот. Я вас не виню, ни в коем случае, но попытаться понять себя, попытаться понять то, что вам нужно, попытаться понять то, чего вы хотите, попытаться выяснить для себя, вот именно для себя, в чем вы нуждаетесь, чего вы хотите. Вот это, наверное, лучше, что вы можете сделать на данный момент. Я уже не говорю о том, что вы пытаетесь человека как-то вот спасать, я уже не говорю о том, что вы пытаетесь как-то, значит, избавлять человека от его переживаний собственных, хотя исключительно, целиком и полностью это его ответственность и его проблемы. Мне нужно обращаться к психологу и работать над своими трудностями. А то, что вы не можете его отпустить, это вопрос скорее к вам. Это вопрос к вам, почему вы не можете его отпустить. Что здесь тяжелого для вас, что здесь трудного для вас. Да, и так далее. То есть я не говорю, что вы прям вот, ну, что вы прям должны это сделать. Я не говорю так, но тем не менее. Вот. Вот такая вот история. Такой момент. То, что я могу вам сказать.
Значит, вы пишете, что видите его будущим отцом моих детей, моим мужем, да и вообще хочу его вернуть. Ну вот что значит отцом моих детей и моим мужем? Вот. Что это значит? Что это значит? То есть, как можно кого-то видеть своим мужем, да, и отцом своих детей? Вот, даете ли вы себе отчет в том, что, ну, в некоторой степени, к сожалению, вы занимаетесь сейчас просто-напросто тем, что идеализируете человека. Идеализируете просто человека. Вот. Идеализируете и взваливаете на него, возможно, то, кем он не является. Вот. Из-за чего у вас могут быть проблемы серьезные, потому что человек не чувствует и не ощущает, что его понимают, не ощущают того, что его что его воспринимают, ну, адекватно, вот, и прочее. И, соответственно, ну, здесь можно и нужно уже непосредственно вам смотреть, где вы, да, где вы, а где другой человек, вот, понимаете? Такая вот история. Такой вот момент. Поэтому я надеюсь только на то, что вы разберетесь в себе. Я надеюсь, что вы преследуете себя. Я надеюсь, что вы подумаете на эту тему, да, и все-таки не будете смешивать по возможности, не будете смешивать вот эти вот вещи, потому что они разные, вот. Такая вот история, такой момент, то, что могу вам сказать, сейчас, то, что могу вам сейчас сказать на данный момент, по вашему вопросу. Вот. На этом, наверное, все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. И вы все-таки гармонизируете свои отношения. Ну а молодому человеку, если ему нужна помощь, я предлагаю обратиться к психологу самостоятельно.